В Екатеринбурге на Ботанике на улице не по сезону 8 марта в половине 4 часа утра вспыхнул двухэтажный отселенный барак за номером 204, корпус 5, который и сам погиб, и убил трех человек. По данным пресс-службы ГУМВД, один погибший был мужчиной, другой – женщиной, а третий до такой степени обгорел, что пол определить было невозможно. Судя по всему, это были бездомные клошары, которые заселились в отселенный барак и весело там проводили время с выпивкой и, может быть, даже с закуской. Кто там, бомжи живут, что ли? Да. Вот где они были? Так, на первом этаже, первого этажа. Они трезвые, пьяные там спали. Все погибшие территориально находились на втором этаже, на котором, видимо, и сокрылся эпицентр пожара. Помимо погибших, там же среди ночи был еще один бомж, который нашел в себе силы проснуться и выброситься со второго этажа. С травмами его увезли на карете в клинику. Еще часть населения барака спасли огнеборцы. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горит отселенный барак на площади 200 квадратных метров. Значит, за звеньями ГДЗ здание было спасено 4 человека без определенного места жительства. На данный момент пожар локализован. К тушению привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Подсказать пока нет. Почему заброшенный барак, готовившийся к сносу, вспыхнул? Над этим вопросом бьются эксперты ИПЛ. Сыщики уголовного розыска выясняют, а не было ли криминала за этой тройной гибелью в огне. Пока же уголовное дело возбуждено по 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».